Скоропусковский «Химик» и спортшколы Сергиева Посада определяли победителя. Финал футбольного чемпионата округа среди ребят 10-11 лет прошел в воскресенье. Из-за коронавируса матчи начались только в середине августа. Сформировали две группы по 5 команд. Победители в группах встретились в полуфиналах и финале. Играли на поле в Скоропусковском. За время пандемии его обновили. А команде «Химик» уже 2 года помогают партнеры. Туристическая компания «Вэл» купила ребятам форму, помогает с подарками и призами на чемпионаты. Помогают очень здорово проводить турниры и хоккейные турниры. Обеспечили ребят формочку. Вот форма очень красивая. То есть и хоккейные, и футбольные формы. Понятно, что бюджет бюджетом, а помощь партнеров. И на самом деле это не спонсоры, а наши партнеры. Вот команда 2009 года, она как бы под покровительством вообще вот сеть турагентств «Вэл» выступает. То есть они все время интересуются, как ребята выступают, как играют, с удовольствием идут на встречу. Сегодня по итогам матча, по инициативе «Вэл», будут еще отдельные подарки и награды для футболистов, для финалистов. Ну, «Вэл» почти всегда берет на себя такой момент, как кубки и медали. Ну, для футболистов, особенно для детей, получить медаль — это на самом деле что-то вот невообразимое. Причем не важно, что на ней будет написано. Если у ребенка есть своя медаль, ребенок очень доволен. Скоропусковский «Химик» уступил Сергееву посадцам 0-2. Оба мяча забили во втором тайме под конец игры. В финале награждения. Партнеры отметили лучших игроков, а Федерация футбола наградила победителей чемпионата.